Всем привет! И снова я на кухне. Решила, в общем, сейчас готовила суп, так как Ромашка приболел, и ему нужно, в общем, он ничего, кроме супов, не ест. Сегодня я сделала опять его любимый суп с фрикадельками. Вчера у нас была лапша, доедали два дня, вернее, мы ее ели. Сегодня будет суп с фрикадельками. Ну, я его уже приготовила, стоит. Сейчас хочу сделать... Давидка пришел со школы, я говорю: «Ромаш, ну не пой тише. Хочу сделать что-нибудь спечь». Говорю: «Что сделать? Сделать маффины или сделать какой-то пирог, что-нибудь?» Он говорит: «Я хочу что-нибудь шоколадное». Ну и вот я теперь думаю, как думаете, кто-то? Кто это ко мне пришел? В общем, думаю сделать... Сейчас, секунду, подожди, Роман. Или шоколадный пирог, или сделать зебру. Что-нибудь такое, в общем. Идем поздороваться с ребятами. Ой, говори привет. Ой. Всем привет. Близко не подходи, пожалуйста. Вот так, близко не надо. Иди ко мне. В общем, не балуйся. Видите, какая-то у него, я не знаю, вылезла вот тут вот какая-то болячечка. Весь какой-то, я не знаю, какие-то пятнышки пошли. В общем, устала я от его... Болячек, давай, иди посиди там, мам договорит. Поэтому я думаю, наверное, сделаем зебру. Зебра уже как бы, ну, не настолько шоколадная, и как бы и шоколадная, и не шоколадная. В общем, и быстро делается. Сейчас все посмотрю, все у меня есть или нет. Роман, ну зачем ты лезешь сюда? Ой, господи. Я сам. Ну, давай сам. В общем, быстренько спечем и вам покажу сразу. Вчера у папы спросил лупу, говорит: «Я хочу увеличительное стекло». Он говорит: «У меня есть в подвале». Ну, он говорит: «Пойдем вместе». Вместе пошли, принесли. Вот он вчера весь день с этой... Не надо это делать. Вчера, в общем, он с ней, сегодня с ней. Вот так вот. Я немножко уставшая. Сейчас жду, должны прийти наши ремонтники. Менять там, в общем, в газовом отоплении какую-то часть. Там Саша разобрал пол туалета. Ну, я вам рассказывала в предыдущем ролике, что должно это быть, да? Ой, в общем, сейчас вот быстренько спеку и потом пойду дальше работать. Ну, и как раз эти ремонтники, наверное, придут. Пойду дальше шлифовать эту балку. Сейчас, если хотите, я могу вам показать, на какой стадии я остановилась вчера. Ну что, показываю нам наши эти баррикады. В общем, Роман ел тут клубничку. Чего клубнику не доел? Вообще аппетита нет ребенка. Вообще нет аппетита у ребенка. Вообще. Абсолютно так. У нас тут, в общем, как эти катакомбы какие. В общем, еще попасть нужно, приложить усилия. Такое у нас, как этот... Как это называется-то? Ай, лабиринт. Во. В общем, вот так вот выглядит. Вчера это я вот обточила, вот так вот. И, Роман, сюда не иди сюда, тут грязно. Я со всех сторон пришлось помучиться вот там вот обтачивать, потому что туда ни одна машинка не залазит, пришлось маленькой такой, знаете, специальной, там видно, плохо я это все сделала, не знаю. Вон, видите, плохо сделано. Это сейчас будем все вручную выравнивать. Будем наждачкой там внутри выравнивать вручную. А тут будем сначала машинкой пройдусь, а потом вручную. В общем, вот так вот все это выглядит. Что ты хочешь посмотреть, как здесь выглядит? Иди сюда. Вот сюда иди, аккуратно. Посмотри. Посмотри. Вон, видишь, мама делала что вчера. Они сюда не попали никто. Ну и потом, после этого, мы будем, конечно, окно наше ремонтировать, закрывать. Так как у нас крышку доделали, мы так оставили это все до ремонта, ничего не ремонтировали. И сейчас будем, в общем, полностью его перестраивать. Давай, выходи. В общем, работа предстоит, ой-ой-ой. Ну и еще и Александр хочет полы менять. Ламинат везде ложить. Не знаю, как, насколько нас хватит.
боюсь даже заикаться. Я, конечно, сказала, он говорит ей, ты как смотришь, если ламинат поменять? Я говорю, я всеми руками за, я говорю, полностью тебя поддержу, все помогу, только начни. Я с удовольствием за любые перемены, потому что уже, ну, как бы для себя это хочется уже, ну, нормально сделать. У нас все получается на той стадии, как на той стадии. Все в том же режиме было, как мы когда сняли квартиру, сделали ремонт. Но, естественно, вы понимаете, да, когда делаешь ремонт в съемной квартире и делаешь ремонт в своей квартире, ты уже, ну, как бы можно вложиться, да. Хорошо и хорошо сделано, ну, не так, что просто. Хотя мы начинали просто косметический ремонт в этот раз. Ну, посмотрим. Дай бог, чтобы у нас хватило сил и терпения. Ну, уже как бы я скажу, если честно, первые дни было это тяжковато, а сейчас мы уже втянулись. Уже делаем, но хочется уже быстрее избавиться от этой пыли и целлофана, потому что, ну, вот самая грязная работа это вот эти вот балки, да. Сейчас мы их дошлифуем, но и там уже будет почище, потом уже можно будет все помыть и все убрать. И уже тогда не так будет грязно. Уже там останется так, ну как, останется хорошо работы, но уже как бы пыли хотя бы не будет, да? Все, Роман, не подвывай. Все, сейчас я все приготовлю для пирога и будем с вами печь. В общем, что нам понадобится? 5 яиц, стоит 2 стакана сахара, я 2 не буду ложить, я положу 1, хватит, потому что будет слишком сладко, или даже 1,5, может, сделаю. Потом стакан сметаны, 250 грамм маргарина или масла сливочного, 2,5 стакана муки и разрыхлитель. Можно пачку ванили. 5 яиц, стакан сахара. Еще чуть-чуть насыплю вот так вот. И хватит. Потому что будет слишком сладко. Мы слишком сладко не любим. Теперь у меня нет сметаны, у меня есть йогурт. Такой йогурт. Я его добавлю вместо сметаны. Добавлю, ну... 250 грамм, нет, один стакан стоит, но это 200 грамм, в общем. Сейчас я его добавлю ложечкой. Возьму ложку, размешаю. Где-то половинку добавлю. Здесь 500 грамм, да, йогурта. Ровно половину где-то вот так вот добавлю. На глаз. Ну вот, у меня и получилось ровно половина. Вот так вот йогурта туда. Потом, что еще? Маргарин. Добавила немножечко маргарина, вернее масла сливочного, и чуть-чуть еще растопила вот, потому что холодное сильно было, чтобы, ну, легче было им, как сказать, его разэтовать, размешать. Потому что я буду размешивать вручную, не миксером. Можно миксером, можно вручную. Здесь вообще не принципиально, да? Сейчас хорошо размешаю, чтобы масло разошлось. Теперь добавляем ванильный сахар. Пакетик и пакетик разрыхлителя. Я его просею, как всегда, чтоб, в общем, не было никаких комочков. То бывает, что он залеживается вот такие, потом попадаются, не расходятся до конца. Все, и теперь размешаю это все. И теперь нам нужно будет добавить 2,5 стакана муки России туда. Ну и плюс какао, да? Стоп. Стоим. Вы можете какао, кто хочет, можно добавлять, можете не добавлять, как хотите. Все, добавляю 1 стакан. И второй сейчас добавлю. Половинку буду смотреть. Ау. Полный, с корочкой.
красиво. Так. Сейчас посмотрю, как оно будет. Если сильно густой, то много не буду добавлять муки. Мне кажется, уже даже этот будет много, целый стакан. Его добавлю где-то вот так вот. И хватит. Вот так. Потому что, ну, по рецепту стоит, но он тогда будет слишком этот. Я не люблю, чтобы он сильно был такой плотный. Я всегда так на глаз. Все, просеяли. Да, хватит муки. Я уже вижу, чтобы он сильно не был такой густой. Разделила тесто на две чашечки, вот отлила. Сюда сейчас добавим, язык заплетается, какао. 2 столовые ложки. Я его просею, как всегда, чтобы не было комочков. Сейчас. У меня какао вот это обычное. Я его покупала в Лидле, по-моему. Сейчас, секунду. Достать бы еще. Вот так и думала, что так будет. Ну ладно, вот над чашкой. 1 ложка. Просеиваю. Не было комочков. Сейчас пойду достану. Попытаюсь одной рукой, когда вот так вот. Секундочку. Рассыпаю сейчас. Не рассыпала. Без горки такие 2 ложечки. Духовка у меня уже разогревается на 220 градусов. Выпекать где-то, ну, минут 40, я думаю. 30-40 минут. Я вам потом скажу, сколько он выпекался. Все, сейчас это все перемешиваем. О, видите, какой коричневый получается. Надеюсь, все получится. Обычно он всегда получался. Будем сейчас делать. У меня кольцо. Кольцо будем делать. Не знаю, обычно я делала вот так, выливала и размешивала. Сейчас хочу попробовать по-новому. Знаете, делают вот так. 1 ложку того, другую того, да? Сейчас попробуем. Получится у меня так, не получится. Ну, посмотрим. Ну, вообще, получается красиво, когда показывает. Вот так вот. Так. Следующую. Так. Следующая. Следующий, так у меня получается шоколадного больше остается. Надо его побольше получается делать. Так, и сейчас остатки вышкребаем. Ванильный белый слой. Вот так вот.
все. Этот закончился. И теперь все, все шоколадное сверху. Все. Так. Все, теперь отправляем в духовку на 220 градусов, как сказала, минут, наверное, на 40. Я вам время скажу потом, сколько он мне выпекался. Так вот, должен получиться, в принципе, вкусный. Все, пирог готов, достала, еще не открывала, он сильно горячий. Сейчас я вам покажу. Вот. Ой, с полотенцем взяла. Вот так вот он выглядит. Вот так. Сейчас я его открою потихонечку, покажу. У нас там пришли ремонтники как раз. Дарья, ты их запустил, я сказала, иди сюда, ты с ними управляйся, потому что мне нужно дела делать. Так вот. Вроде так. Так вот. О, все, вышел. Чистенький, хорошенький. Сейчас мы его аккуратненько переложим на тарелочку. Так, тарелочку взяла и на тарелочку аккуратненько. Давайте тут, наверное, чтобы видно было. Так. Так. Горячий. Давайте вот так сделаем. Наоборот сделаем. Вот так. Получится у нас. Я его перевернула. Вот так вот он выглядит. На место положила, как положено. Сейчас разрежем. Хоть он еще и горячий, но разрежем с вами. Так, ну что, отрезала кусочек. Сейчас положу. Сын сейчас будет есть. Он уже, ему не втерпешь. Он уже хочет прям. Ходит туда-сюда. Ну, вроде получилось, но не такая, конечно, яркая. Но получилось, правда? Красиво. Такой вот. Еще горячая, прям пар идет. Такой. А запах здесь стоит вообще обалденный. Какой. Ну все, на этом мы с вами попрощаемся. Увидимся в следующем видео. Всем удачи. Пока-пока.